Друзья и почитатели таланта Георгия Абраменко и Владимира Меньшова собрались 4 августа в историко-культурном центре Ленинского района по поводу замечательного события – открытия фотовыставки. Наша работа была постоянно связана с этими замечательными людьми, которые отдали и отдают, продолжают отдавать свои творческие силы на благо нашего Ленинского района. В создании выставки принимали участие люди разных профессий. Практически все они живут в Ленинском районе с конца 40-х, начала 50-х годов. Для них город Видное – это малая родина. Выставка под названием «Я родился в этом городе, рос» – это в какой-то степени исповедь, признание в любви нашему городу. Творческий процесс сложный. О том, как создавалась выставка, рассказал Георгий Абраменко. Когда снимаешь, иной раз даже и не помнишь, как это все происходит. Иногда услышишь какую-нибудь музыку, она что-то... Иногда бывает, что встретишь старинного друга, которого лет 30-40 не видел. Бывает, что читаешь книжку какую-нибудь, стихи читаешь. Иногда кого-то незаслуженно обидишь, потом переживаешь из-за этого. И тоже, это тоже позволяет как-то вот создавать вот эти работы. Два фотомастера, фотохудожника, два человека разных профессий. Георгий Абраменко – врач, посвятил всю жизнь медицине. Владимир Меньшов – кинематографист, заслуженный работник культуры. И для каждого из них увлечение фотографией стало неотъемлемой частью жизни. Я рад, что увлечение фотографией, которое как бы раньше было на бытовом уровне, они довели до уровня профессионалов, то есть стали профессионалами, и это не только хобби, это как бы вторая работа для них, которую они делают свободное от работы время. Я рад, что много друзей пришло, и они показали свои лучшие работы, их много других хороших работ, показали город наш. Задача фотографа – запечатлеть для новых поколений самые красивые, неповторимые и ценные мгновения. Авторы, создавая работы для выставки, обращались к разным темам, и каждая нашла своего почитателя. Мне очень близко творчество Владимира Меньшова. Мне очень импонирует его творчество в том, что он обращается к теме человека, к его внутреннему состоянию, к его характеру, к его мыслям. Когда смотришь его работы, то можно угадать, о чем человек думает. Работами Георгия Абраменко и Владимира Меньшова можно полюбоваться в историко-культурном центре еще в течение месяца. Лариса Вольнова, Александр Житков, Наталья Буслаева. Видное ТВ.